поликлиниках Хакасии нет вакцины от кори для детей. Поставки из Москвы ожидали еще в начале года, но их задержали. Тем временем медики продолжают фиксировать в республике новые случаи заражения, но сколько точно заболевших, не говорят. Самый действенный метод обезопасить себя от инфекции и снизить вероятность развития осложнений – это сформировать стойкий иммунитет с помощью как раз-таки прививок. В Минздраве подтвердили, что действительно поставка препарата задерживается, но поступления ждут со дня на день. Узнавать о наличии вакцины можно в медорганизациях, к которым прикреплены маленькие пациенты. Причем для взрослых проблем с прививками нет. Моновакцина от кори была закуплена за счет республиканского бюджета и имеется в достаточном количестве. Вакцинация взрослого населения от кори проводится по эпидпоказаниям. Поставка комбинированной вакцины от кори для вакцинации детского населения в рамках национального календаря смещены на второй квартал этого года. Это федеральная поставка. Иммуноглобулин нормальный для экстренной вакцинации от кори имеется в достаточном количестве.